топовый гардероб. Подписывайся на телеграм-канал «Салон красоты». Ссылка в закрепе. Дарья Карпина, супруга главного тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина, раскрыла всю правду о романтических отношениях между мужем и своей мамой. «Я рассказала, что в советское время они сходили один раз в кино, но журналисты опошлили историю, да, сначала маму, потом дочку, так что меня смех разбирал. Еще раз повторю, романтических отношений между моей мамой и моим мужем не было никогда, иначе бы они не дружили 30 лет», призналась Дарья в интервью «Чемпионату». Напомним, Дарья Карпина и Валерий Карпин женаты с 2017 года. Пара воспитывает двоих дочерей, двухлетнюю Дарью и девятимесячную Александру. Топовый гардероб. Подписывайся на телеграм-канал «Салон красоты». Ссылка в закрепе.